14:00. На обед у меня сегодня окрошечка, картошечка, колбаска и огурчик свежий, укропчик на кефире. Обалденно вкусно. В такую жару, у нас сейчас стоит 37 градусов. Жарище очень хорошо и становится легко и вкусно. Приятного всем аппетита. 14:00. На обед у меня вот такой вот салатик интересный. Тут помидорчик, яйцо отварное, картошечка отварная в мундирах, потом почищен. Лучок и перец сладкий обжаренный на сковородке. И огурчики соленые. И все это сметанкой заправлен. И сверху сыром сулугуни я потер. Вот такой вот красивый вкусный салатик. Приятного всем аппетита. 14:00. На обед у меня гречка отварная, печеночка говяжья тушеная в сметане с луком и морковкой. Морковочка по-одесски собственного приготовления и собственного приготовления вяленые помидоры. 14:00. На обед у меня шикарный куриный, прям вот именно я наварил его, часа два бульон варил, купил набор вот это куриный, и спинка, и ножки там, ну все, и вот варил часа два, он жирный, вкусный, с лапшичкой, ребята, немного картошечки, морковочка, лучок, вот видите, лапшичка, мяско прям кусками. Ой, ребят, это обалденный суп, я обожаю. Кинул туда прованские травы, запах какой. Рекомендую всем. Сейчас еще не зима, жарко, но, блин, захотелось мне куриного супчика. 14:00. На обед у меня классный куриный супчик. Именно такой с бульончиком шикарным. Он, я вот вытащил его второй день с холодильника, а он прямо загустел, знаете, вот как холодец. Вот нагрел его, он растаял. Вкусненький, сытненький, с мяском. Картошечки немного, макарошки. Лапшичка такая, лучок, перчик сладкий тоже сюда добавил, морковочка, зеленуха. Вкуснота. 14:00, на обед у меня холодец. Холодец из курочки, сам делал. Ну вот он у меня немножко мутный получился, потому что закипел. Ну вот я вот-вот вам ковырнул снизу, видите, курочки, там много курочки. Абсолютно безопасно, вкусная еда для похудения, рекомендую, углеводов здесь нет. Смотрите, я как делаю, я одну половиночку хрена помазал, а вторую горчичкой, я вот так люблю. Чтобы был и два разных холодца буду кушать, один хреновый, другой горчичный. Приятного всем аппетита. 14:00, на обед у меня холодец куриный, очень вкусный. Жара такая, что он, смотрите, начинает моментально таять, быстро сажусь кушать. И салатик себе вот такой вот грузинский, остренький, с орехами. 14:00. На обед у меня самса собственного приготовления на индюшинном фарше. Сверху немного ткемали, укропчик и икра кабачковая. 14:00, на обед у меня рагу. Рагу мясное с курочкой, очень вкусное, красивое. Картошки здесь немного, оно больше овощей, кабачок, баклажаны, перчик сладкий, лук, морковки много, так что оно не сильно калорийно, плюс мяско, это классно, это вкусно. Приятного всем аппетита. Ищите нас на ютубе под хэштегом «Жирукопять». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе.